Хеллоу, друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу мод на паузу для Майнкрафта PlayStation. После установки этого мода в вашем игроке появляется возможность поставить ваш Майнкрафт на паузу, ну и после чего вы сможете также продолжать играть в вашу любимую игру. Ну как видите, сейчас у меня появилась кнопка, и при нажатии на эту кнопку весь процесс Майнкрафта затормаживается, но если обратно нажмете на кнопку, то все обратно продолжается, друзья. Это работает и даже с нашими мобами, то есть все время Майнкрафт останавливается. Давайте попробуем, друзья. И как видите, на зомби застыл, в том числе и застыли мы, друзья. Это очень классный мод, который добавляет некую возможность с ПК. Да, может кто-то не знал, но на ПК такая возможность есть уже давно. Ну и эта функция будет полезна тогда, когда вы в режиме выживания. К примеру, вы нечаянно стукнулись на зомби, или кто-то за вами бежит, и у вас есть время одуматься. За это время вы можете залезть в инвентарь и взять ценные вещи, после чего нанести критический удар вот этим злым мобам, друзья. Ну или чему-то еще. Но с игроками это, друзья, не случится. Вот, к примеру, на вас идет целая толпа на зомби, и вы быстро ставите на паузу, после чего берете алмазный меч и просто деретесь с этой кучей на зомби. И, друзья, героически погибаете. Да. Ну, вот такой мод у нас был сегодня. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.